Здравствуйте, все, кто смотрит нас и слушает. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Пашина. В студии главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Здравствуйте. Добрый день, Оксана. Новое обстоятельство в деле Никиты Белых. Расшифровка, согласно которой не за взятку на самом деле его посадили, потому что были недовольны в Кремле низкими отчислениями в бюджет, сомневались в результатах выборов, в провокации ФСБ. Как вам такая версия? Ну, это не версия. Насколько я понимаю, это в материалах дела. Прослушка двух людей, один из которых, как я понимаю, являлся действующим сотрудником ФСБ, и где он там чего-то в апреле предупреждал, что скоро будет так же, как на Сахалине. На Сахалине к тому времени был арестован губернатор в Кировской области. Это дело очень гнусное. Оно гнусное по нескольким причинам. И даже дело не в провокации ФСБ, а дело в том, что, еще раз подчеркиваем, что это дело носит активно политический характер. Теперь это стало ясно. Для этого нужно просто следить за процессом. И когда... То же самое, кстати, в процессе с Улюкаевым. Обращаю ваше внимание на то, что вот эти светящиеся краской, этим химическим составом, были обработаны не только деньги в этих пакетах или в этих портфелях, но были обработаны тем же самым составом ручки пакета. То есть я тебе дарю пакет, да, и говорю, у тебя с днем рождения, что там было с Белых? Пришел его старый знакомый с пакетом в руках. Он думал, что там вино. Нет, мы не знаем, что он думал. Ну, он так говорит. Мы что, нет. А что они там думали, не пишется. Нет, мы как резерв ФСБ, я имею в виду радио, должны видеть то, что на пленке. Так. А на пленке человек говорит, с днем рождения, и передает пакет. Вот все. Вот дальше, что они там думали, чего они там не думали, да? Белых утверждает, что там было вино, и там было вино. Я напомню нашим слушателям, там история такая. В этом пакете были заложены деньги, они были закрыты бумагой, и сверху была положена та самая бутылка вина, которая булькала и звенела, что называется, да? С учетом того, что Никита не пьет уже давно. Это подарок сомнительный. Тем не менее, что мы слышим на пленке, оперативной пленке, когда приходит этот человек и вручает ему пакет. С днем рождения. И мы не слышим ничего о том, что вот я выполняю свои обязательства, вот я вам обещал, я принес, вот возьмите, пожалуйста, это я вам задолжал. Мы ничего не слышим. Он не сказал кодовые слова. Нет, он так же, как и у Люси. Слушай, я не знаю ничего про... Я про это ничего не знаю. Я сужу только потому, что сказано. Это все равно, что я там тебе подарю и скажу, вот с днем рождения, ты берешь пакет, ставишь рядом, не открывая, а дальше там живая кобра, я не знаю, чтобы тебя укусила. Собственно говоря, вот что является фактом, и это факт в деле. А у меня вопрос, а где-то остальной их разговор в деле? Вот этого человека, который принес товарища Никиты Белыха, который принес ему подарок с днем рождения. Напомню, что это действительно произошло через два дня после дня рождения Никиты. И в этом смысле видно, что это дело сконструировано. Для меня видно, что это дело сконструированное, что была задача убрать Никиту с поста губернатора, ославить его, опозорить его и посадить его. Кто бенефициарии? Бенефициарии те люди, которые воспользовались тем, что место губернатора Кировской области стало вакантным, и они провели туда своего человека. Дальше читайте сами. А почему нельзя было просто его снять с должности? А потому что снять его с должности должен и может только один человек. Зовут его Владимир Владимирович Путин. А Владимир Владимирович Путин, с чего это он вдруг будет снимать? Вот с чего? Он, кстати... По-моему, в феврале принимал Никиту и говорил о том, что он доволен его работой, что там есть, конечно, но делайте. Значит, была создана ситуация, при которой Путин не мог оставить Никиту Юрьевича Белыха на посту губернатора Кировской области. Вот и все, потому что это все было под камеры, шум, гам. Потом выясняется, что Никита денег не трогал, что он трогал только ручки, сумки. А выясняется, что на записи с днем рождения, ну вот позвольте, ну вот и ни слова о деньгах. А когда дают взятку, нужно всегда вот непосредственно при даче взятки обсуждать все это? Все обсуждать заранее. А дело в просто принести и сказать? Нет, дело в том, что этот человек находился, который Никите принес пакет, он был обвешан микрофоном, как я понимаю, он находился под контролем ФСБ. А версия следствия такова, что он пришел в ФСБ, сказал, что Никита вымогает взятку, его обвешали спецтехникой или там расставили спецтехнику, и он должен был выманить Никиту на то, что я принес тебе деньги, возьми. Вот он должен был выманить на это. А пока в деле этого нет, а есть только с днем рождения. Значит, непонятно, тогда где доказательства, что он принес взятку?
Потому что, еще раз повторяю, Никита Юрьевич не открывал пакет. Да? И слова, которые мы слышим, только с днем рождения. Вот и все. Это абсолютно такой же сценарий, да, как с Сеченовым. А это делали одни и те же люди. Это делало одно и то же управление Федеральной службы безопасности под руководством генерала, ныне отставленного и сидящего на пенсии Олега Феклистова. Я не помню, какой 6-й отдел, по-моему, там экономического чего-то там, я не силен в названиях. Просто это делали люди, как сказать, по матрице. Вот приходит человек, говорит, у меня вымогают взятку. Такая матрица. Мы создаем такую куклу, да, деньги внизу, вино сверху, мажем все соответствующим составом, обвешиваем тебя и говорим, ты должен вытянуть его на слова какие-нибудь, чтобы было понятно, что в сумке деньги. Ни в том, ни в другом случае, значит, я все время называю Судгмайер, по-моему, Юрий Судгмайер, ни Игорь Сечин этого не выполнили. А почему? А почему? Если действительно Улюкаев и Белых являлись за деньгами. Что-то такого. Адвокат Белых сказал, что Никита Белых подозревал, что за ним идет слежка, что там какие-то вокруг него дела ФСБ крутит. Почему он не взял безналичное это все? Нет, ну, по-моему, там... Он его... сам... Нет, секундочку. Почему он не взял? Во-первых, я не его адвокат. Во-вторых, в его показаниях, которые есть у него в телеграм-канале, значит, он объясняет это подробно и говорит о том, что это моя ошибка. И в-третьих, повторяю, он говорит, что я не знал, что там деньги. Что не взял. Как вино можно взять безналичное? Я не знаю. Я как старый алкоголик считаю, что это невозможное оскорбление. Вино брать безналичным. Это просто как-то неприятно, я бы сказал. Не-не, на самом деле надо читать показания, они опубликованы. И тех, кто обвиняет, и тех, кто защищается, потому что, наконец, мы знаем версию защиты. До этого мы ее не знали. По поводу дела Улюкаева-Сечина тоже интересное обстоятельство про два пальца. Ну, это слушайте. На саммите БРИКС, которых никто не видел. Вот он показал. Вот 2 миллиона он показал. Хочу 2. Оксана, что ты видишь? 2. А еще? 4. И что это? Не знаю. Вот именно. Нет, ну, есть замечательные фотографии в интернете, когда Сечин сидит рядом с Путиным, показывает ему 4 пальца. Да. Хотелось бы знать. А Путин показывает ему 3 пальца. Хотелось бы знать, что это такое. Миллиарды, юани. Слушайте, ну, это такое смешное доказательство. Тем более, что никто этого не видел, кроме Игоря Ивановича Сечина, который в этот момент выигрывал в бильярд. Поэтому, да, вокруг бильярда стояло много народа. Я с трудом себе представляю, как Алексей Валентинович Улюкаев, человек чрезвычайно дотошный, чрезвычайно занудный и чрезвычайно осторожный, в присутствии огромного числа людей, которые смотрят, как Сечин играет в бильярд, там огромное число прихлебателей, огромное число внимательных людей. Там начальник охраны, который, честно говоря, не видел. Но там много людей. Понимаешь, такое бильярдное в ожидании, и там вся делегация, судя по всему, стоит. Ну, хорошо, он показывает 2. И что? Вот при всех. Вот зафиксируйте. Я показываю 2. 2 рубля тебе, Оксана, я тебе обещаю. А тот дает ему потом 2 миллиона. Совпадение? Не да, думаю, не думаю. Да, ну кто не видит эти 2? И потом, откуда он понял, что это миллионы? Может быть, он требовал миллиарды? Да. Вот. А на самом деле Улюкаев требовал миллиарды. А он ему дал миллионы. 2. Почему? 2 пальца, это же 2 миллиарда. Какие миллионы? Это как несерьезно. Вы сказали, что Путин не мог уволить Белых, потому что не хотел ассоциироваться со всем этим, да, то, кто снова хвалил, потом... Нет. Значит, в своей кадровой политике Владимир Владимирович чрезвычайно, как бы это сказать, внимателен. И для того, чтобы уволить человека, там мало, чтобы кто-то пришел ему и сказал, насколько я знаю, там, вы знаете, он взял взятку, докажи. И нужно принести именно технические данные, то есть оперативно-технические данные. И вот смотрите, вот он говорит, вот подходит, вот то-то-то-то. Поскольку приносят только прокуроры и никогда адвокаты, ну, грубо говоря, да, только следаки и никогда защитники. Ведь помните, наш Алексей Соломин по поводу Улюкаева задал Путину вопрос. Да. А вы знаете версию защиты? И Путин сказал, нет, мне достаточно оперативно-технических данных. Почему принесли некие оперативно-технические данные, значит, тарелку с сосисками, я не знаю, как там, колбасками, корзинком, в которую он в результате поверил. И то же самое с Никитой. Да? Его убедили, он, кстати, долго его не снимал, Никита уже сидел, а он его не снимал. Да, да. Но что-то ему принесли. И что вот его убедило. Да, что-то его убедило. Мы прервемся на несколько секунд, а затем продолжим. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова про табличку памяти Немцова на Малоордынке. Я хочу спросить, опять-таки, есть версия, что столичные власти не хотели марать руки, ввязываться в некрасивую историю, снимать это все. И вот поручили, сделали фактически это руками вот этих непонятных активистов. Слушай, я в глупые версии, я даже не знаю, как характеризовать. Эти люди, им не нужны никакие, указания. Это негодяи, да, которые специализируются над тем, что они топчут память погибшего человека от руки наемного убийства. Они негодяи и твари. Значит, им не нужно ничего. А трусы ли они, я не знаю, но власть должна была их арестовать. Просто. Ну, потому что это фактически самосуд. Хорошо, они говорят, мы усмотрели нарушение. И тут же с вами... Они не являются представителями власти, а я усмотрел в этом нарушение. Да. Что бейсбольными битами и будем мериться? Будем мериться бейсбольными битами. Они думают, что только они могут бейсбольными битами и зеленкой. Нет, не только они могут бейсбольными битами и зеленкой. И это уже началось вчера. И продолжится. Я не сомневаюсь в этом. А власть ведет себя подло и трусливо. Тут надо признаться. Она самоустранилась. Вот пусть эти две группы гражданских активистов разбираются. Вот что делает власть на самом деле. Самоустранилась ли она поддерживать все-таки? Ну, это задай вопрос пресс-секретарю там кого-нибудь. Они не скажут правду. Ну, а тогда чего? Я считаю, что власть, мое мнение, самоустранилась. Потому что в любая позиция, которую она займет сейчас, эта власть, она ставит ее под удар либо общественного мнения, либо под удар Кремля. Кремля, который не хочет никакой памяти о Борисе Немцове. Тут вообще даже сомнений нет. Поэтому московские городские власти, там Собянин, Немцов вообще не знал. Путин знал, а это кто, где, чего, как. Да? Поэтому на самом деле за это должен отвечать Кремль, а не Москва. На мой взгляд. Ну, а то, что московские власти, Леонид Печатников ведет себя трусливо, ну да, трусливо, но люди трусы, да, многие из них. Про Юлию Латынину много вопросов от слушателей. Ну, та же самая история. Кто это? Это те же активисты, которые, не знаю, там, поджигают кинотеатры, снимают таблички. Как будто я чувствую себя Бастрыкиным здесь, да? Причем таким настоящим Бастрыкиным, там, не ложным. Значит, идет расследование. Я знаю, что наши коллеги из «Новой газеты» очень плотно взаимодействуют с расследователями по всем позициям нападения на журналиста Юлию Латынину. Как известно, я позавчера обратился в холдинг наш, «Газпром Медиа», к нашим акционерам, с тем, чтобы, и все заметили только это, по возвращении Юлии Латыниной и ее родителям была предоставлена охрана от «Газпром Медиа», от акционера, второе, и это заметили меньше, чтобы наша служба безопасности получила команду взаимодействовать и помочь правоохранительным органам найти эти хулиганствующие элементы. Я думаю, это будет сделано. Я не знаю, я пока ответ не получил, но у меня почему-то есть уверенность. Я же такой наивный, ты же знаешь, я всегда наивный, ничего никогда не знаю. У меня есть уверенность, что это будет сделано. Дмитрий Муратов говорил, что они пришли во время своего расследования к выводу, что там использовались такие специфические вещества, к которым не может быть доступа вот у всяких там уличных подонков. Это и расследование пришло к этому мнению. Но опять же, вот есть это расследование, расследование идет, ни шатка, ни валка идет. Коллеги из «Новой газеты», которые большие специалисты в расследовании, потому что родийные журналисты расследования у нас не проводят, да, но газетные коллеги, которым мы оказываем всяческую помощь, логистическую помощь, я бы сказал, и политическую помощь, и сейчас, я надеюсь, помощь «Газпрому» будет, спецслужб. Я думаю, что мы попытаемся довольно быстро эту ситуацию решить. А почему такая терпимость властей с тем, кто снимает таблички, тем, кто обливает зеленкой, к тем, кто в истории с Матильдой так активно себя проявил? Потому что эти люди социально близкие. Это было во времена 30-х годов, когда уголовников называли социально близкими к власти, да, а остальные были политическими преступниками. Вот социально близкие назначались старостами в лагерях, да, вот эта вся шпана. В том числе мелкая шпана, с которой мы сейчас имеем дело. Поэтому власти терпимы. Это социально близкие. И нападают они на критиков, как минимум критиков, чтобы не сказать противников нынешней власти. Ну, вот потому так себя опрометчиво ведет власть. Потому что мы уже знаем, что где там в Краснодарском крае, по-моему, облили зеленкой депутата «Единой России» местного законодательного собрания. Уже, соответственно, адвокат выходит с бейсбольной битой на защиту своих прав. Ну, вот вы этого хотите, вы это получите. А власть не понимает, что при этом
в глазах людей, она ассоциируется с этими людьми. То есть, я не знаю, что понимает власть. Вот нам пишут, раз пускают на тормозах, значит, одобряют, как минимум. Значит, вполне возможно, они... Я сказал, социально да. близко. Хорошо. Ну, РПЦ, во всяком случае, хочет дистанцироваться от этих всех активистов вокруг Матильды, предлагает запретить несвязанным с РПЦ организациям называть себя православными. Это как? Вот так. Это как? Значит, так Московская Патриархия объясняет. Те организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения. Почему? А если они православные? А вот если они православные и движимые своей верой, как их называть? Мусульманами? Баптистами? Как? Вот они православные люди. Угу. Они объединились в боевую террористическую организацию, которые запугивают, но они считают себя православными и ими являются. Как объяснил Диакон Кураев, они являются. Должны иметь благословение, написанное на бумаге и подписанное каким-то церковным иерархом. Почему? Что вот он православный активист от РПЦ, почему? А не просто так сам по себе какой-то почему? Православный. Почему? А почему православный активист от РПЦ, а если не от РПЦ, если просто человек православный? Я этого не понимаю. Вот собрались люди, которые считают себя православными, создали, повторяю, боевую организацию для расправы с противниками. Но они же объединились на почве понимания православия для защиты православных ценностей. Ну, это так же, как ИГИЛ. Да? Ну, да. Вот она же мусульманская организация. Было бы смешно, если бы муфтий, как он сказал, не называйте себя мусульманской организацией. Чего? Ты будешь нам диктовать, как себя называть? Тем более, что это правда. Я бы сказал, что это попытки церкви скрыть, что мы имеем дело, и об этом, кстати, уже говорил, и все надо мной смеялись год назад, православный талибан. А он православный. Хотят, а он православный все равно талибан. Вот эти люди представляют православный талибан. Так же, как есть экстремисты в исламе, так же, как есть экстремисты в иудаизме, так же, как есть экстремисты в православии. Да? То есть, это боевые организации. Ну, да, так надо говорить, что это боевые организации, основаны на православии. А при чем тут РПЦ вообще? РПЦ должна их осудить. Осудите. Скажите, что эти люди не являются истинно православными. Что они самозванцы, что православие подразумевает совсем другое, или там как. Ислам подразумевает совсем другое, или иудаизм подразумевает, или буддизм подразумевает. Я только из Читы приехал, буддийский храм, да, сам сразу в голове. Вот, понимаешь? Ну, а как можно запретить людям самоназываться на основе того, что они вот в это верят? Ну, то есть только отмежеваться и осудить. Только осудить и отмежеваться. Совершенно верно. Ну, этот православный ИГИЛ, получается, так всех запугал, мы слышим в новостях, да, кого что запугал? Всех, вон, департамент культуры Ханты-Мансийского. Я тебя умоляю. Ну, ничего не запугал. Конечно же, история с кинотеатрами, которые отказываются, вот два крупнейших сети, да, ну, там все очевидно, да, эти сети принадлежат Александру Мамуту. Александр Мамут – друг Вячеслава Володина, который покрывает Поклонскую. Еще вопросы есть? Нет. Ну и все. Кого испугать? Мамута? Мамута не испугаешь ничем, даже Венедиктова. Понимаешь? Мамута нельзя испугать. Но здесь корысть некая. Да? Корысть – это прислониться к власти. Он же видит, что власть это осуждает как-то низенько. Вот это все. Низенько. Вот лучше не показывать, лучше спорные фильмы не показывать. Вот убивать царя можно, а снимать фильм про то, что у него были шашни с балериной до того, как он стал царем, и до того, как он был женат, нельзя. А убивать можно. Кто осуждает из этих людей памятники товарища Сталина, памятники товарища Ленина, памятники товарища Свердлова? Они же этого не осуждают, убийцы царя. Ну так, а что вы осуждаете? Кино? Кино, вино и домино. Митрополит Илларион. Это лицемерие. Например, это лицемерие. Вот эти православнутые, да, это лицемерие. Потому что если вы осуждаете, вы начнете с того, что царь признан церковью не святым. И не надо здесь лгать. Страстостерпцем, мучеником. Он мученик. Так вот осудите тех, кто его сделал мучеником. Вот это осудите, чтобы им памятники не ставили. Пожалуйста. А я вот тоже не понимаю по этой же аналогии, почему можно показывать про князя Владимира, который тоже святой, как он там всех убивал. Так можно показывать про князя Владимира. Про там какой-то у него. Ну, так это же правда. Ну, так не было таких протестов против вот этого фильма «Князь Владимир». А это... Все нормально. Может быть, вы вспомните, кто был консультантом исторического князя Владимира? Нет? Нет. Отец Тихон Шевкунов. В титрах. А ну все, вопросов больше нет. Сняли. И на встрече с... группой актерской Путина с группой фильма «Владимир», как можно судить, был отец Тихон Шевкунов. Кадры есть. Леонид Млечин сравнил, да, протесты активистов против Матильды с протестами нацистов против фильма «Ремарк». Похоже.
Похоже. Оправданная историческая аналогия. Абсолютно. Но это точно история, когда штурмовики, еще до того, как они были у власти, это был 30-й год, да, по фильм по книге Эриха Марии Ремарка, да, «На Западном фронте без перемен», антифашистский фильм о потерянном поколении немецком, они врывались в кинотеатры, руководил им тогда первый секретарь горкома Берлина нацистской партии, звали его Йозеф Геббельс. Они врывались во время сеансов фильма, они поджигали дымовые шашки, они нападали на людей. Ремарк вынужден был уехать, как известно. Значит, Министерство внутренних дел отказалось снять этот фильм, забрать прокатное удостоверение, и Министерство иностранных дел выдавало. И тогда они обратились к Гинденбургу, к президенту Германии. Президент надавил так, что фильм был запрещен. Президент Германии. А потом пришли нацисты. С этого начались нацисты. С контроля над культурой, потому что культура – это образующая для людей, система образующая. Молодцы, Геббельс, как сказать, был эффективным менеджером. Вот, а его эффективность начала с погромов и поджогов кинотеатров. Ну, как нам пишут слушатели, за серыми приходят черные. Все ну, красивые. Да. Ну, почему еще коричневые есть где-то рядом. Тоже, да. И еще говорят про раскол по линии Матильды. Так красиво. Он действительно есть, как вы считаете? Но в свое время был между кем и кем. А вот в свое время был раскол про то, чей Крым, да? Не-не, между кем и кем. А вот хочется понять, между кем и кем. Ну, это внутри люди спорят. И, кстати, по сути, это хороший и правильный спор. А вот когда нет спора, а есть запретить, это же не спор. Это же не раскол, просто запретить. Помешаем, подожжем, убьем. Да, разобьем. Но это же никакой не спор, это чистой воды шпана и уголовщина. И с ними надо обращаться не как с идеологами, а как со шпаной и уголовщиной. Больше ничего не надо. Да? Вот и все. НАТО задает вопрос про РПЦ. НАТО? Нет, НАТО. НАТО. Наташа, наверное, может быть, я не знаю. НАТО писалось как НАТО. НАТО нам задает вопрос. Нет, НАТО нам тоже задает вопрос. Нет. Да. НАТО по другому поводу. Она считает, что Кремль хочет принудить РПЦ работать на выборы, поэтому Поклонскую подставляют в этой истории, а РПЦ сейчас будет пытаться оправдаться и со всей отдачей поработает на нужный результат. Она имеет право на свою конспирологическую точку зрения. То есть это особое мнение НАТО, да, это да. Но я напомню, что это особое мнение главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Мы продолжим после небольшого перерыва и вернемся в эту студию. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». В нашей студии главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Пресс-службы МВД и МЧС говорят, что по указанию ФСБ им запретили комментировать вот эту ситуацию с ложными сообщениями о терактах, массовыми эвакуациями, не хотят нагнетать панику. Вы считаете это правильное решение? Нет, я считаю это неправильным, если эта информация правдивая и точная. Дело в том, что основа отношений во всем мире между правоохранительными органами и населением является доверие или недоверие. И на самом деле, когда гражданин знает, что ему доверяют правоохранительные органы, он им тоже доверяет. Они считают его малым детем, который там бросится, сломя голову, чего-то там делать. Мне кажется, что это в информационный век, это означает только то, что информация будет распространяться неверифицированная правоохранительными органами, потому что люди ходят с гаджетами, это что-то происходит, да, там, эвакуируют какое-то здание, там, все сообщают родственникам, начинается... Это еще больше паника, потому что слухи, домыслы... Это еще больше паника, я считаю, что это неправильное решение, ну, если только эти звонки не были учением. А почему тогда не объявить, это были учения? Ну, может быть, ничего не закончилось еще. Просто есть кусок, который мы не знаем. Вот тогда остается место огромному числу догадок. И догадки это отнюдь не позитивно для ситуации. Поэтому я считаю, что это ошибочное решение. А почему не хотят говорить вообще о звонках об этих? Потому что у нас вообще нет терроризма, потому что он только в Лондоне, там где-нибудь в Европе. Нет, это не совсем так. Ну, послушай. Значит,
наши в большинстве своем правоохранительные органы, руководство их считает, что вот терроризмом должны заниматься, значит, профессионалы, или борьбой с терроризмом, должны заниматься профессионалы, а дело, значит, граждан сидеть по домам там и не рыпаться. А, что неправильно, как выясняется последние особенно годы, мы видим, что это не только там Израиль дает пример взаимодействия граждан и правоохранительных органов, мы видим, как в Европе сейчас, да, собственно, берется за основу модель поведения, как в Израиле, просто больше информации, больше доверия. Еще раз, больше информации, больше доверия. И второе, еще раз повторю, бесполезно скрывать информацию. Вместо информации, которую хотели бы правоохранительные органы довести до сведения людей, будет распространяться искаженная, манипулируемая информация. Ведь террористы не прекратят информировать. Вот эти люди, негодяи, да, они не прекратят информировать, а эти будут молчать. Ну вот, вот все. Вот больше всего. Я уж не говорю о случайных прохожих, случайных там людей, которые попали, сняли, показали, вывесили и все. А правоохранительные органы молчат. Ну, мы же на Сургуте это видели. До сих пор мы это видим на Сургуте. Нет, нет, ничего, ничего, никто не говорит. Это как же нет, когда да. Тем не менее, уже просочилась информация, что с Украины были эти звонки. Была информация, что из ИГИЛа были эти звонки, но хоть откуда, хоть из Монтевидео. Угу. Поскольку нет информации, ну, значит, люди придумывают. В Госдуме сегодня говорили, что это все происходит для того, чтобы вызвать недовольство граждан властью. А у них тоже нет информации. Я думаю, что у нас с тобой больше информации, чем в Госдуме. Болтуны. У нас тоже нет точной информации, будет ли Путин все-таки баллотироваться в президент. Информации нет. Да, но на этой неделе мы узнали из источников разных изданий, что кампания избирательная скоро начнется, будет проходить в два этапа, Путин будет так называемым народным кандидатом. У меня другие сведения. У меня сведения заключаются в том, что в Кремле идет борьба вокруг того, как выдвигать Путина. Я бы обратил внимание наших слушателей на то, что съезд «Единой России» сдвинулся, да, и это означает только одно, что борется часть бюрократии, чтобы Путин шел от «Единой России», чтобы он был выдвинут на съезде и не заморачивался там сбором подписей и прочими делами, которые, естественно, всегда будут скандалы, кого-то заставили, что-то опубликовали. Как-то, помню, там железнодорожников собирали, построили, собрали там, или военно. А это одна часть бюрократии, а вторая часть бюрократии говорит, нет, давайте народный депутат, 300 тысяч подписей, давайте вот это и будет самая движуха. Значит, я не знаю, как будет на самом деле, но очевидно, что поскольку объявление о выдвижении кандидата от партии власти, от партии, в смысле, от власти, а не от партии, а от власти, отодвигается на начало ноября, шансы на то, что его выдвинет съезд, повышаются. Потому что подписи собирать надо, ну как, это некая работа. Даже для Путина. Да, с этим не будет проблем никак. Ну, это некая работа, это некая процедура, это некая проверка. То есть, это времени остается все меньше и меньше. Поэтому, ну, это борьба бюрократии, да, народный кандидат или там партийный кандидат, никакого значения, на мой взгляд, по сути, это не имеет. Но, видимо, для Путина имеет. То есть, пока ничего не решено? Пока не решено, как он будет выдвигаться. Угу. Ну, тут тоже вопросов я тоже больше не имею. У меня такая тяжелая тема. С одной стороны, депутат от ЛДПР, вице-спикер Лебедев, извинился перед матерью девочки без рук. Ну, вот он посмотрел ролик, то сказал, что такие дети не должны жить. С другой стороны, на курорте «Роза Хутор» запретили тренировки детей с инвалидностью. Сказали, что они мешают репутации горнолыжного курорта. Вот это все зверство у нас. Это эра немилосердия у нас, когда не закончится. Ну, значит, что касается Лебедева... Он хорошо сболтнуло. Вот они болтуны, понимаешь? Они болтают и не думают о последствиях. Ну, он хоть извинился, да, сын Владимира Жириновского. Долго упирался. Ну, тем не менее, папа, видимо, заставил. Потому что папа очень остро чувствует. Папа же в этом смысле великий человек. Он очень часто точно чувствует настроение. Да, он понимает, что у огромного числа его избирателей есть подобные дети. И скоро выборы. И он идет на выборы. И, конечно, он сына своего заставил. Мы никогда не будем знать, что он думает на самом деле. И сын он. Но он заставил сына извиниться. Моя точка зрения, мое мнение таково. Именно исходя из политической целесообразности. А что касается вот Розы Хутор, ну, там, человека надо увольнять за профнепригодности. О чем тут? Я бы на месте там, этих людей подал бы на него в суд просто. Просто подал бы в суд. И уволил. Он не соответствует занимаемой должности. Просто не соответствует. Ты можешь говорить, зверство, не зверство. Слушай, эти люди, подобные люди, вот он честно там принял решение, мешает. Ну, хорошо, ты честно, ты так думаешь, да? Пошел отсюда. Сиди у себя в квартире.
А кто должен принимать такие решения, когда у нас вице-спикер Госдумы... Нет, вот... подожди, это разные вещи, вот опять. Ну, почему? Когда у нас вице-спикера Госдумы заставили извиниться, да, и он там будет теперь там чего, пандус в этом подъезде делать, ну, и так далее, да, он же... Вот. А кто принимает решения, я не знаю собственность этого Роза Хутора, да. Это надо посмотреть, кто собственник, посмотреть, кто начальник, и начать писать письма ему. И, конечно же, и безусловно же, вот там очень действенная история была бы бойкот. То есть опять давление извне, кто-то должен указать, что так делать нельзя. Сами люди этого не понимают. А он считает, что можно. Он же сделал это. Он считает, что можно. Это нормально. Но он, видимо, считает, что это нормально. Значит, ему надо указать. Правильно. Администрация парка Зарядье должна извиниться перед горожанами, гостями столицы, которые там то ли выкапывали, то ли не выкапывали. Я не знаю, что там произошло. Давай, я все-таки работаю с фактами. Да? Значит, они сами, по-моему, не знают. Потому что сначала они обвинили посетителей, а потом они сказали, что это какая-то ерунда. Что я могу тогда здесь комментировать? Я хочу только понять, чего они не предусмотрели. История ровно в этом. Что мы не знаем, да, там понятно, что одна история, если эти деньги 14 миллиардов были раскрадены и просто там не были выполнены какие-то работы, другая история заключается в том, что люди, которые это планировали, чего-то там не предусмотрели, и просто с этим надо разбираться абсолютно точно. Вот этого нельзя оставлять просто так. Но, с другой стороны, представлять себе москвичей и туристов некими варварами, выкапывали осоку. Я вот, понимаешь, вот я, конечно, много чего видел в своей жизни. Или ягель там выкапывали. Я вот думаю, куда бы посадить... Ну, знаешь, там Лена у нас моя ведет сад и огород. Вот я там представляю Лену, которая там крадется. Поэтому, потому что у нас там в огороде нет осоки. Я как-то вот, честно говоря, там как-то с трудом. С трудом. Причем, что Лена занимается профессионально этим. Не выкапыванием, а посадкой она занимается, наоборот. Но я просто, честно говоря, я еще туда не дошел. Я же в поездках, я хотел посмотреть. На картинках все замечательно. Идея правильная, что там не надо было строить, они хотели строить что большую гостиницу вместо гостиницы. Правильно, парк это правильно, и все это правильно. А в чем проблема, что случилось? Ну, мы докопаемся, конечно. Мы докопаемся. Я думаю, что я и завтра буду встречаться на эту тему. И когда вернусь из города Пермь, буду встречаться на эту тему. Пока не успел просто, честно. Не сложилось свое мнение. Что случилось? Ну, то, что там 14 миллиардов в это вбили, вбухали, я бы сказал, и не подумали о защите. Ну, у нас есть вандалы. У нас действительно, у нас люди на кладбищах воруют цветы с могил. Это правда. А на кладбищах воруют эти решетки. Да, ну вот на чужих могилах. Ну, вот есть такие люди. Это правда. Что я не думаю, что их там тысячи. Честно говоря. Ну, каждый на своем уровне воруют. Если, в сумочке, есть что-нибудь, почему? Нет, секундочку. Но в сумочке унести выкопанное растение. Ну, Оксан, ну, это какой-то такой... Массово причем. А я думаю, что там же все под камерой. Там же Кремль рядом. Там же должны быть камеры. Там же зона опасности, потому что там мама гуляет с детишками. Там есть охранная история. Ну, надо посмотреть пленочки. А то как опять скажут, что что-то не работало. Вот могут. Могут. Ну, вот надо попросить пленочки. Слушатели просят вас оценить итоги прошедших выборов, особенно в Москве. На 3 минуты не успею. Может быть, я завтра буду у Ксении Лариной в 2 часа в персонально вашем. Но в сумме есть, вот кратко, да, как для затравки, оглавление. Первая история, значит, абсолютное лукавство о том, что оппозиция суммарная парламентской партии плюс Яблоко имела там 300, а сейчас имеет 200. Абсолютное лукавство, что парламентская оппозиция, никакая она не оппозиция, это крылья Единой России, мы это знаем. Это абсолютно проправительственная история, и забудьте туда. Значит, мы имеем в виду, что Яблоко и другие объединенные демократы имели 30 муниципальных депутатов, 24 Яблоко и 6 остальные. Сейчас они имеют Яблоко 167 и еще 98 самовыдвиженцев. Угу. Да, то есть мы видим в 10-кратное повышение этих историй. И 8 муниципальных собраний под контролем оппозиции пусть управляют. Да? Посмотрим, на что они способны. Это первый вывод. Второй вывод заключается в том, сейчас скажу неприятную вещь нашим слушателям, что, оказывается, не обязательно получать мандат доверия от Алексея Навального, чтобы идти на выборы в Москве. Да, мы говорим про Москву. И выигрывать.
по каким-то кускам. Потому что на самом деле одно из больших там, вопросов в этой кампании было то, что Алексей Навальный не поддержал вот этих самых выдвиженцев. Не только Яблоко, но и выдвиженцев, поддержав только в трех округах. И тем не менее... Они победили. И тем не менее выиграли. И тем не менее... Тем не менее выиграли в этих округах без поддержки Алексея Навального. А третья история, на которую надо обратить внимание, это то, что действительно номинация от кандидата в мэры от партии «Яблоко» остается открытой, потому что никакого сомнения нет в том, что вот этих яблочников привели к победе команда Гудкова, которая хочет номинироваться как кандидат в мэры от «Яблока», и Кац, Максим, который хочет стать главой московской организации «Яблоко», а с другой стороны есть Сергей Митрохин, который является главой, тоже заявил об этом. То есть осталось, если бы «Яблоко» проиграло, если бы Гудков проиграл, ну и все. Ну да. А здесь вот эта история внутрипартийная, я попросил Сергея Митрохина прийти к нам, он будет в понедельник у нас, и изложил свою версию, потому что Дмитрий Гудков уже был. Это очень важная история, потому что вопрос, будет ли альтернатива на выборах мэра Москвы после президентских выборов, довольно серьезная. Да? Этой альтернативой может быть кандидат от «Яблока». Кто сильнее, Гудков или Митрохин, отдано федеральному там, съезду или федеральному совету «Яблока». Странная история. На мой взгляд, очевидно, Гудков. Ну, что они решат, конечно. Нет, что они решат, мы не знаем. Да. Что решат, мы не знаем. А пусть они придут и подебатируют. И я очень расстроен, что Гудков отказался дебатировать с Митрохиным. Это неправильно. Это было особое мнение главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Всего вам доброго. До свидания.